Приветики. Как дела? Собираетесь? Где Манечка у нас? Привет! Ну чё, где Маница? Привет, старушка. Привет, старик. Как дела? Манечка, сейчас я напишу. Манечка, я вышла в прямой эфир. Все тут собрались. Ждут тебя. Ты где? Присоединяйся. Мурочка все наяривает своего медведя. Нон-стоп. Мурка-массажистка. Моя одежда выйдет очень скоро. Моя вот независимая коллекция. Я вам сразу скажу, где ее померить, в каких магазинах, где можно заказать, купить и так далее и тому подобное. Ну что, вторая серия реалити-шоу, которую мы запустили с Маницей на YouTube, ой, господи, на Инстаграме, называется «Выдадим Маницу замуж». Маница, привет! Вот мы вчера, конечно, так веселились, такие ребята были молодцы, которые звонили, и они, конечно, стеснялись, но при этом преодолевали себя и общались с нами, рассказывали о себе. «Замуж за Маницу» у нас проект называется. Это было очень весело. Я бы хотела просить ребят, которые сегодня будут к нам звонить в прямой эфир, чтобы они не стеснялись и с нами общались, рассказывали о своих качествах. Но я буду задавать вопросы, это будет некое такое интервью. А мы с вами, я предлагаю сделать так, не как мы делали вчера. Мы берем мужчину, мы берем, даем ему ровно 2 минуты. И после каждого 2 минут мы его отключаем. 3 мужчины вот так вот мы возьмем, потом подключаем Мальцу и расспрашиваем Мальцу, как тебе 3 первых претендента. Мне кажется, так будет более активно и более живо, поэтому давайте, поехали. Первый тренинг в Москве. Я сейчас буду проводить первый тренинг свой в Монако в марте, в начале марта. После этого будем в Москве делать. Итак, Маница. Come on, join us. Если видите, по-пионерски оделась. Чтобы все внимание было на Маницу. Маница, Да. я сегодня оделась так, Здравствуй. чтобы все внимание было на себя. Что говоришь? Я сегодня оделась так по-пионерски, чтобы все внимание было на тебя. Так, что-то я не очень выгляжу в этом. А сделай Кайли Дженнер фильтр. Ты не тот фильтр Не сделала. получается, нехорошо А у меня вообще. прямой эфир с Кайли Дженнер фильтра. Смотрите, у меня ресницы прыгают, нет? У Ну меня ладно. вообще нету Кайли Дженнера вообще. Как нету? Он в конце, что ли? У меня вот сейчас вылез первый. Ну, такие фильтры. Так, Окей, подождите, гайс. смейтесь Окей, гайс, ты пока там делаешь что-то, я буду на английском объяснять. Окей, гайс, this is my friend Manica. Так будет. Down there, her name is Manica. She's single, an amazing, beautiful girl. And she's single, and we're looking for a second beloved health to find for my friend. So who knows, maybe guys, you just wanna, Как будет? you know, make your На life happier. английском называться. A reality. We're making a reality show here. So Как you can join называется? us, guys. What is going to happen now? We're just going to accept a couple calls from different gentlemen who will have to prove that they're the best to win my friend's heart. Так, я объяснила ему, наверное. Oh, wow, that's good. Я объяснила на английском. Okay, guys. Все, мы ждем. Нет, здесь не все русские, ну что?
какой-то за тебя присос, ее красоты. Да я не могу красивой быть в этом инстаграме. Почему-то именно здесь я некрасивая. Неправда, я красивая? Да, сучка. Подожди, у меня нет... Подожди, я должна быть красивой. Замуж все-таки ухожу. Сделай не желтые, а вот нажми еще один раз, чтобы фиолетовые серебрешки были, эти фиолетовые эти. Ну что ж ты, у меня вообще какой-то инстаграм дурацкий. Нет, блестки нет, фиолетовые, нет. Как? Другие, не получается. Такая же другая, только с девочкой. Ой, с этим. Ну ладно, без фильтра тоже нормально. Ну ладно, пусть я буду такая. Офигели, что ли? Пусть радостно. А? Я говорю, офигели, что ли? Они офигели, что ли? Пусть вообще радуются, говорю, что... Ну что, мальчик на них внимание обратит. Сейчас. Конечно. Ладно. Так, подождите, я не всегда так плохо выгляжу. На самом деле я красивая. Вика, подожди. Мальчик очень красивая. I'm not single, but she's single. Так, Вика, выйди с прямого жизни. Окей. Ладно, все, шутки шутками, поехали. Все, мы серьезно, между прочим. Я очень строго сейчас буду. Вы готовы к серьезным намерениям? Во, мальчик, немца хочешь? Главное, верного, главное, преданного, умного, честного, порядочного. Какого еще мальчика? Щедрого. Подожди, я забыла все качества. Не пьющего. Я все сказала уже, пока ты думала. Холостого. А, холостого, это самое главное. Да, нам не нужны... Да. Ну все. What in time? Hello, wait. Hello, what is good for you? What's good for you? Я сейчас сделаю этот вот classes, этот, который я говорила на английском, да, или коуч. Вот. Ну что, я отключаю маницу и включаю. Мужчины, вы готовы? Мужчины, вы должны быть смелыми. Это не просто. Thank you. Шуточки ты, вам. Видишь, это, я говорю, ты говоришь сингл, ты говоришь свободная. Я говорю, я нет, она да. Он такой, вы обе красивые. Все тогда. Мы иностранца, может, найдем, блин. Да, можно. Давай. 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 Я главная сваха страны, а самое главное, что у меня поставлено. Мы слушаем. Все, давайте сейчас. Потому что у меня дочка закончит уроки, потом она придет, и потом уже не проведем. Все, давай, выходи. Все, давай. Все смелые, давайте, окей. Ой, подожди. Не, flying kiss. Так, дальше, едем. Окей. Жених номер один. Итак, мы смотрим наших претендентов. Аслан. Первый Аслан выходит. Аслан, ты готов общаться? Давайте, первый Аслан. Мы ждем соединения с Асланом. Аслан, не испугается? Привет, привет, Вика. Привет. Как ты? Хорошо, как ты? Как дела? Нормально. У меня кандидат есть. Да? Аслан нашего брата взяла. Аслан, ну что ты делаешь? Я с друзьями гуляю. Вот у меня кандидат есть. Кандидат молодоват. Не, ему 25 лет. Асланчик, кандидат молодоват. Что-то какой-то. Сколько ему, 21? 25. Ну слушай, ну как вы считаете, 10 лет разницы нормально? Потянет? Нормально. Нормально. Вы из Грозного? Из Чечни? Из Грозного нам звонили? Да, да, чеченец, он из Грозного, не всех. Что-то одни чеченцы. Он еще разведенный. Разведен? Да. Так это уже плохо. 25 лет разведен, еще и чеченец. Что-то несерьезный парень. Не, он очень серьезный парень, очень хороший. Да. Да. Я соскучилась по тему хорошей. Очень рад тебя видеть. А когда мы встретимся? Сразу бы. Да. Я думаю, что мы должны встретиться. Вика,
Ау! Эх, с Хусеном вместе, давай в Москве встретимся. Так, давай сейчас мы не будем это самое. Давай, все, пока, целую тебя. Пока, пока. Давай, пока. Hola, Brasil! Saudade, mi amor! Ладно, так. Первый претендент разведен, 25 лет. Не подходит нам. Дальше едем. Или подходит, но дальше решим попозже. Так, дальше смотрим, кто здесь у нас. Так, вчера, кстати, выиграл, знаете кто? О, русский мальчик, смотри, ой, вот, русский мальчик. Во. Вчера без зрительских симпатий парень из Азербайджана, да, из Баку. Просто все его полюбили, это был вот номер один жених для мальниц. Богатый. Hello. Привет! Привет! Как дела? Привет! Чуть свет побольше, у тебя есть? Отлично! Света нет? Света нет? Чуть-чуть побольше? А? Я сейчас на улице, сейчас. Сколько тебе, 24? Или 25? 25. Ага, 25. Ну расскажи про себя, где живешь, что ты вообще? Ставрополь, Фурелба. Да, нормально? На улицах все спокойно? Отлично. Отлично, да. Хорошо. У тебя как дела? Хорошо. Ты что, учишься, работаешь? Чем занимаешься? Работаю, да. Да. Точно! Слушай-ка, ты нам напоминаешь одного парня? Да. Ты нам напоминаешь одного парня, точно. Господи, как похож. Я в шоке. Значит, девушка есть у тебя или нет? Девушка нет. Есть? Я из-за своей постоянной работы, поэтому... Постоянных отношений хочу, но кем пока еще не завел. В гостиничном бизнесе. Ладно, все, если что, ты следи за эфиром, так мы будем голосовать. Давай, была рада познакомиться, мой хороший. Спасибо. Пока. Молодцы, ребятки. Смотри, два уже было. Так, третьего сейчас мы смотрим. Мать, почему все такие молодые на тебя клюют? Я не понимаю. Че тут такая вот... Для молодых-то подтягательная. Так, нам бы постарше парня какого-нибудь там, хотя бы лет 30. Интересно. Так, есть еще, вот смотри, какой красавчик, Максим Сурков. Давай мы его добавим. Парень хороший, но ей не подходит. Смотри, мы голосуем. Сразу, ребята, ваши комментарии. Так, почему девушка у нас в эфире? Я не понимаю. А я одна. Артём. Артём, тебе не стыдно? Мы тут серьёзными делами занимаемся. Артём меня подставил. Артём, да. Ой, еще с детьми! Привет, красавица! Сладкая девочка! Какая красивая! Сколько ей лет? Ариш, сколько тебе говорит? Семь. Семь ей! Хорошенькая, сладкая девочка! Маленькая гимнастка! Ариш, готова! Сладенькая такая! Это ваша дочка? Или это сестренка? Да, да. Дочка. Класс, класс! Поздравляю! Очень красивая девочка, невероятная просто. Спасибо, вообще. Спасибо большое. Вы сейчас где? Мы в Монако. Монако? Отлично. Как погода там, как обстановка? Да все хорошо, нормальненько, нормальненько. Все тепло, летом хорошо, так что летом, говорю, как весной у нас все хорошо. Ясно, ясно. Было приятно познакомиться, мои дорогие. Вы, конечно, подходите, но очень было приятно вас видеть. Всё, спасибо, до свидания. Обнимаю, целую. Пока. Такая девочка коротенькая. Господи, так приятно видеть полную семью. Вот такая вот любовь, дети. Ну что может быть прекраснее? Вообще нереально, правда? Так, мужчины, звоните те, кто свободен. Ну ладно, я одного. Я прощаю только потому, что ребенок красавчик. Мне понравилась девочка. Итак, дальше едем.
Толик. Давайте кого? Толика. Давай Толика. Аня, смотри, какой джигит на лошади. Вау, я вот думаю, что... Наверное, молоденький, но сейчас посмотрим. Добрый вечер. Вау, это вы куда едете? Джигит. Осторожно, за рулем. Привет из Барнаула, Алтайский край. Да, в темноте. Я думаю, что это, не... что это за рулем, наверное, не очень, да, не очень хорошо разговаривать в прямом эфире. Ну, спасибо, что в любом случае, что позвонили. Я не буду вас отвлекать, потому что это опасно для жизни. И не смотрите прямой эфир, когда вы за рулем. Что это такое? Все нормально, не переживайте. Кроме меня больше никого нету, живите. Как не переживаю? Конечно, переживаю. Нет, пожалуйста, я вас очень прошу, не надо отвлекаться. В следующий раз звоните, когда будете уже не в эфире, не за рулем. Чао. Мать, ты посмотри-ка. Люди жертвуют жизнью ради тебя, посмотри. Так, я не понимаю, почему они не серьезные какие-то мужчины? Во, нашла. Иностранца, по-моему. Хотя не факт. Так, ребятки, дальше едем. Пусть нам повезет, пожалуйста, Господи, пусть нам повезет. Так, отменил. Хорошо, Аслан, я сохраню прямой эфир, не переживай. Так, дальше едем. Отменил, да? Ох ты, темнокожий этот. Ну, мы не будем сейчас, мальцы плохо английский знают, пока не будем. Так, это молодой. О, мальцы, я нашла тебе, смотри-ка. Вау, если он сейчас примет трубку... Снимет трубку. Андрей его зовут. Так. Почему? Троём. Здравствуй. Давай поговорим. Привет, красивая. Ты такая красивая вообще. Особенно сегодня. Сделай еще раз так. Saying hi to my friend. This is... Как дела у тебя? You look stylish. I love you so much, darling. Возрастная у нас пошла, вот правильно. Это вы с отец с сыном или вы два друга? Да, да. Отец с сыном. Только от разных матерей. А ты где находишься там? Мы в Ярославле. Кто сын, а кто отец? Давайте сначала выясним. Я отец. А я... Тоже отец. Ты так сыграл, молись. О, Господи, так. Давай. Покажи еще двух братьев. Как у тебя дела-то? Так вот. Подожди, дела-то хорошо. Возраст у вас 35, да? 35-36? Нет, 29. А, прости. Что, так старо выгляжу, да? Нет, это из-за растительности, из-за растительности. Ладно. А, ребят, ну что вы, чем занимаетесь? Расскажите. Смотрим телевизор. Да нет, по жизни. Перевозчик. А, по жизни. Бизнесом? Каким? Перевозки железнодорожные. Да? Да, да. Откуда возите? Мы с Ярославля, с Ярика. Да, как куда возите? За сколько вы зарабатываете в месяц денег? Ой, много. Много. Жестко. Достаточно. А сколько ты зарабатываешь? Достаточно, чтобы семью содержать. Я про это спрашиваю, не потому что... Ну, из двух человек, да. Да? Да, да. Да, конечно. Семью, ребенка, пятеро детей хотите? Да, шестеро. Ну, у нас пятеро. Ну, пятеро. Лучше шестеро. Так я смотрю, кто-то согласен, а кто-то нет. Давайте, как вас зовут, во-первых, по очереди? Меня Андрей зовут. Меня Руслан. Вот Андрей, мне кажется, больше подходит Мальце. Как вы считаете? Куда подходит? Андрей больше подходит Мальце, нет? Куда подходит? А вы вообще-то зачем звоните? Мы тут моей подруге жениха ищем, между прочим. А, жениха ищем? Конечно! Я больше подхожу. Давай ссылочку там отправь ей, ладно? Хорошо. Все,
Все, как раз это третья партия. Сейчас мы посмотрим. Мальчик, смотри-ка, она довольная осталась. Да, говорит, да-да-да, люди голосуют за тебя, смотри, Андрей. А к тебе не подхожу, да? Тебе не подхожу. Слушайте то, что мы о вас сейчас будем говорить. Интересно очень, интересно. Давайте. Так, Манечка, моя дорогая, теперь мы возвращаемся к тебе, дорогая. У нас тут еще один жених появился на горизонте. Но, Мань, тебе он не подойдет. Мы его оставим про запас. Борца хочешь UFC, Манька? Нашла тебе борца. Сейчас, подожди-ка. Или это фан-клуб борца UFC какой-то? Сейчас посмотрим. Нет, не соединилась. Ага. Ладно. Манечка, ты где, дорогая? Ты добавилась, нет? Я тебя не вижу, моя дорогая. Манечка. Добавь, пожалуйста, мне запрос. Манька. Где у нас был парень с какой-то... Тут я смотрела, борец исчез. Смотри-ка. Убежал куда-то. Спортсмены нам нужны, да, Манька? Я скажу так, что мне парень не нужен, у меня есть, но Манце нужен. Вот там пишет, я борец, спортсмен-комсомолец. Но я хотела Манце, мы хотели обсудить всех претендентов. О, нашла. Все, Манечка, давай. Мужчины, имейте в виду, что мое сердце занято. Мы ищем мать. Если честно, у меня истерика. Почему? Я не могу разговаривать. Почему? Не знаю, это очень весело. Конечно, я расплакалась прям. Так да, тоже. Ну скажи, как тебе? Первый, конечно, 25 лет разведен, слушай, но мне кажется, нам такой вариант вообще не подходит. Нет, первый не вариант, а последний несерьезный. Мне нет, не подходит. Как несерьезный? Андрей, мне кажется, тебе очень подходит. Нет, Андрей сказал, что у него достаточно, чтобы содержать двоих. А нам много детей, понимаешь? Да, жалко. Поэтому, Вика, какие-то тебя мужчины не совсем мне подходящие читают. Это не меня, это они к себе. Я тебе покажу сейчас своего мужчину, хочешь? Твоего я видела. О, боже. Это очень смешно. Так, что? Эти, короче, не подошли нам вообще не прям. Нет, чтобы не забыть, потому что они же потом забываются очень быстро, кто там был, что там было, непонятно. Ладно, едем дальше тогда. Мужчины. Да, едем дальше. Я думаю, что лучше разжиг впереди. Давайте. Давай. Там люди пишут, Марица, я твой жених. Ну как так? Неужели действительно так сложно найти свою вторую половину? Ну мы не расстраиваемся, и мы не сдаемся, мы им дальше. Так, сейчас. О! А, тут написано unable. А как так? Мне иногда дают запрос, но уже написано, что невозможно к нему присоединиться. Жалко. О, хороший. Смотри, вот этот, ну, он иностранец. Чего мы сейчас с ним зависнем, непонятно чего. Нам нужен... Вот, нашла. А вот, кстати, хороший парень. Ну-ка. Казим. Так, Казим, отвечай. О, пошел процесс. Привет! Здравствуйте! Ой, как приятно! Как дела?
Здравствуйте, как дела? А у вас что, вы в галстуке, в рубашке или мне кажется? Это такая рубашка красивая? Я... Азербайджан again! Привет! Ну расскажите, вы в Баку живете? Что-то со связью. В Баку живете? Мы не будем. Если плохая связь, то, я думаю, издеваться над людьми смысла нет. Кто-то пишет, добавь Рамзан Ахи. Он отправил. Сейчас посмотрим. Меня не всех выдает, кто отправил. Так. Так. Прибавилось у нас тут мальчиков в списке. Прибавилось. Ну, все ребята, ни одного русского ребята нет. Ну, как такое может быть? Майнс, посмотри, все поклонники, все ребята с Кавказа. Хороший, я хороший. Ну, вы звоните, я вас буду добавлять, если вы хороший. Так, итак, Рустам. Привет. Ой, привет, Рустам. Ты что, спал? Как дела? Нет, я так задремал. Да? Только проснулся к прямому эфиру? Не говори. Ага. Как дела? Ты где живешь? Я в Алмате. В Алмате? Не, хорошо, да. Выглядишь, хорошо, все, не переживай. Да. Как дела? Хорошо. Что ты скажи, свободен? Свое сердце свободно? Я... В принципе, да. Моя подруга ищет мужа себе. Хочет детей, семью большую, 5 детей. Тебе сколько лет? 26? 25. Ну все, не поправляй, все нормально. Ребятки, как он выглядит? Классно? Красавчик. Конечно. Ну что, 25 лет, ну маловато, конечно. Ну что ж такое-то, все такие молоденькие. Будь здорова! Ну расскажи о себе что-нибудь. У тебя есть 2 минуты, чтобы продать себя дороже. Давай, подороже. 25 лет. Хочу невесту. Девчонки, смотрите, кому, кстати, подходит такой вариант, как они могут тебе написать? Не высвечивается имя, да? Хорошенький пишет, смотри, ты нравишься девчонкам. Серьезно? Да. Ну, ты правда хорошенький мальчик? Такой, видно, что порядочный, скромный, видно, что хороший мальчик. Я сразу читаю людей насквозь. Провидится бабка Виктория Мальца. Ну, для мальца молодой, конечно, но вообще хороший мальчик. Я не против. Да, у меня очень много девчонок тоже молодых. Вон девочка пишет, напиши мне в личку, смотри, видишь? Вот почитай потом. Эфир. Какая именно? V-S-O-N... Снова. А, вот все. Да. Вот нашел. Напиши в личку. Вау, вах-вах-вах, какой мальчишка. Вот не пропадешь даром. Девочки, кому хочется, чтобы он написал в личку, тоже пишите, он вам напишет в личку. Вот таким образом я скоро заберу весь хлеб у Рёзы Сабитовой. Почему-то дергает себя плохой эфир, но все, он напишет вам. В этот я тебя, дорогой, обнимаю, Рустам. Все, давай, пока. Я буду общаться. Молодоват нам, молодоват. Но уже приличный парень. Так, Тимур, смотри. Нет, где это Тимур? Вот он. О, мне кажется, Тимур, ты должен много быть, Манец. Тимур, принимай звонок. Ребят, я готова попробовать со всеми. Привет. О, привет. Откуда родом? Я из Москвы, но живу в Осло. Осло это у нас... Столица Норвегии. В Норвегии, да. Как жизнь в Осло? У вас елочка еще стоит, да? Так вчера старый Новый год. А, да, да, точно. Отмечали. Вот сейчас отходим потихонечку после вчерашнего. Ну, вам тоже лет 28, да? 28-32, что-то такое в темноте не видно, конечно. Как-то... Сколько вам лет-то? 32. Видишь, как я возраст угадываю в точку? И это в темноте. Я тебя не видела еще даже на свету. Но 32 хорошо, кстати. Чего у тебя? Серьезные намерения? Расскажи.
Смотри, у тебя есть 2 минуты, чтобы на весь мир заявить о себе и показать, какой ты перспективный, классный жених. Покажи свет, ну встань ты к свету куда-нибудь. Ну, сейчас, не знаю, поярче. О, уже другое. Сейчас я, где-то я, во. Ну, а что можно рассказать про себя? Ну, я, в принципе, веселый, хороший. Да, видно, что ты веселый, хороший. Тебе 32 года, ты гулял на Новый год, только что сейчас отходишь, любишь погулять, значит, да? Уже нет, это потому что уже давно не гулял, поэтому отхожу, потому что... то есть редко, но метко, тоже хороший вариант. Я не пью. Хорошо. Ну, Осло далековато, конечно, пишут, что тебе лет 16-17, что ты нас обманываешь. Нет, ты можешь стать, ты можешь стать возле елочки? Представь, что вот это елочка. Так встань возле елочки, так чтобы елочка была сзади. Вот, скриншот делайте, ребята. Вот. Хороший, хороший. Ой, хороший. Ладно, спасибо, дорогой. Так, если кто-то хочет, чтобы жених номер 2 писал вам в личку, пишите. О, девочки, забирайте хлопца, пишут. Имей в виду, там у тебя тоже поклонницы появились. Так что. Девчонки, добавляйтесь в Инстаграм. Обязательно, они просто твое имя не знают. Обязательно добавятся. Все, обнимаю, обнимаю. Okay. Так, у нас тут есть еще очень хороший претендент сейчас. Какой-то прям настоящий, настоящий, где... Да, вот я не понимаю, как если я сама... не могу найти... Расул Ибрагимов, вижу такого, тоже красивый парень. Так, сейчас мы посмотрим. К нам уже поступают серьезные женихи. Сейчас я попробую найти в поиске. Нету, не могу найти. Нужно, чтобы вы мне заявку кинули. Так что Женя хочет присниться, но я не могу его найти. Подожди, где этот мальчик, пока Женя покидает заявку? Мы сейчас найдем. Расул Ибрагимов. Мне кажется, смотри, какой. А, молодой. Молодой, конечно. Ну, ладно. Сейчас. Я. Пишите в этот самый, ну, как бы, кидайте заявку, пожалуйста. Неправда, мужчины так говорить про себя нельзя. Кто-то написал, блин, а я страшный. Ничего не страшный. Вы для себя, может быть, страшны, а для нас, для женщин, вы всегда красавцы. Мужчина не должен быть прям красивым. Ну, только в редких исключениях. Если такое происходит, считай, что это свыше. Так, вот, я беру Расула тогда. Русскоговорящих нет, одни кавказцы у нас. Самые смелые ребята. Привет. Ой-ой-ой, как темно, ничего не видно. И звука нет. Так-с. Как дела? Без шапки ты вообще никуда, я смотрю, да? Да, чё, как ты, что делаешь, чем занимаешься? Ты откуда, расскажи, пожалуйста. Я Республика Дагестан. Видишь, папа, Хабиба знаешь, да? Хабиба знаю, конечно. Кто Хабиба не знает? Все знают. Шапка похожа, да, на Хабиба? Да, но у него чуть по-волосатей, но ничего, тоже нормально. А ты с какой, из какого города в Дагестане? С Махачкалы. А, с Махачкалы. Мы там были с Маницей. Нам очень понравилось в Дагестане. Да? Маница! Наш Дагестан на связи. Сколько тебе лет? 23. 23, да? Плохо видно, да? Ну, я думала, тебе 27, да, свет побольше включишь, будет хорошо. А тебе, ты спортом занимаешься?
Ну, борьбой занимаюсь, ну... Ну, Хабиб услышал, как расстроился, что его соотечественники не идут по его стопам. Спорт, надо заниматься спортом. Мы... Нам нужен спортивный парень. Не, ну... Ну, я занимаюсь, но сейчас работаю. Нету времени сейчас. А где работаешь, расскажи. Ну, сейчас я в данный момент в Питере. В Питере? Да. Ну, так ты завидуешь. Ну, я там живу, вот. И что в Питере делаешь? Ну, сейчас работаю, занимаюсь, как, ну, машиной, техникой занимаюсь. Ага, ладно, хорошо. Хорошо, ладно. Ну, да, очень красиво просто выглядит. Прям. Спасибо, очень приятно, спасибо. Да. Спасибо, что ты не постеснялся снять трубку, потому что очень многие мужчины стесняются, очень многие подают заявку, а потом ее отклоняют, потому что у них... Да, я тоже, брат, тоже отклонял, просто я поднял. Я говорю, ладно, подними, говорю, раз принял. Да, потому что мужества не у всех хватает ответить. Девочки, пожалуйста, кто заинтересовался нам, нашим женихом номер два, со второго раунда тоже пишите. Хороший парень, видишь, пишет. Правда хороший? Да. Видно, что хороший, да, парень. Спасибо большое вам тоже и за эфир. Скажи, ты алкоголь употребляешь, нет? Не-не-не, мы таким не занимаемся. Вот, 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 девочки. Вот наше будущее, понимаете? Будущее, наш, да, генофон, да, правильный, хороший. Спасибо, здоровый, спасибо вам. Да, тоже. Здоровый, не пьющий, работающий. Спасибо, дорогой. Ну, нам нельзя запить, нам ничего нельзя, не пить, не курить, не вообще запрещено очень. Здорово, это же хорошо. Это здорово. Зато... Ну, люди разные. Да, и ценности семейные, да, правильно, да. Да, у всех нас есть только плохие люди. Да. У всех нас есть плохие люди, хорошие, плохие. Человек-то... Хорошие, а есть у нас есть всякие плохие, хорошие. Всех наций есть, короче. Хорошо. Ты высокий, да, по-моему? Нет? Какой у тебя рост? Худой, 172. А, 172, потому что, да, такой стройный, выглядишь такой, как будто высокий. Хорошо, срочно вот с моим мужем свяжись, спортсмен. Так, нет, дальше. Хорошо, дорогой. Спасибо, что позвонил. И вам спасибо, что вы приняли. Да, и не постеснялся. Мы тебе передаем привет. Да, я уже стесняюсь. Не стесняйся, все хорошо. Да. Обнимаюсь. Хорошо, спасибо. Давай. Так, ну какие парни, понимаете? Кто-то пишет, парни не вашего круга. Ну, подождите, сейчас найдем и нашего круга. Может быть, конечно... Мне друг пишет здесь, смотрит тоже эфир, смеется вместе с нами. Так, вы отправляйте, давайте отправляйте ваши запросы. Манца, смотри, тут футболист какой-то есть, прорывается. Может быть, футболиста тебе найдем? Ищу сейчас третьего. Во втором туре, третьего. Сделаем три тура, да, наверное, я думаю. Сейчас, секундочку, тут разборки. Дальше едем. Дальше. О, итальянец. О, а почему Муса Алиева написано с итальянским флагом? Что за Муса? Давай посмотрим. Я уже думала, ну ладно, итальянец, а тут не итальянец, и все равно наши ребята. Все равно Кавказ рулит. А мы с тобой не знакомы? Мы вчера разговаривали. Да, я смотрю. Ты что это? При это самое, понравилось тебе, да? Да. Да, да. Ладно, дорогой, так нечестно. Он вчера был, пишет. Люди тебя узнают уже. Ладно, мальчик тоже пишет. Скажи, чтобы они подписывались. Нет, дорогой, мы тут делаем дело.
если, вот смотри, девчонки, если вам нравится этот жених, пишите сейчас. Да. Напиши мне в личку. И тебе он напишет в личку. А вы там смотрите в комментариях. Может быть, смотрите, я вас замуж выйду. На свадьбу приглашайте, ладно? Все пишите мне. Хорошо, давай, Смельчак. Теперь я тебя запомню. Так, Мусу больше не берем. Смотри-ка, парню понравилось как. Так, дальше едем. Последний вариант второго раунда. Это... Блин. Не могу я просто. Вот. Так, а вот. Блин, да почему не у меня не... Зависло. Так, Мальница, давай теперь обсудим, что у нас. Почему бедная Мальница? Ну почему такие все молодые и несерьезные, Мальница? Может, мы что-то неправильно делаем? Вика, мне очень нравится. Ну, спасибо, мне очень приятно. Но мое сердце не свободно. У меня теперь не включаются добавить людей. Принимай, принимаю. Не получается даже. Так, заело. Значит, мы сейчас выходим и снова заходим. Такое было. Сейчас, любимые. И заканчиваю эфир и снова возвращаюсь с него. Подождите, заканчиваю.